Итак, здравствуйте всем. Сегодня мы продолжаем играть в Факторио. Значит, надеюсь, вы подписались и поставили лайк. Сетевая. Допустим-то. Двадцать четыре часа, окей, допустим-то, подключиться, и 10 минут, ну допустим, так. И какие, пароль, да ладно, впустите меня. Алло. Алло, привет. Здравствуйте. Так. А где я? А кто я? Все-таки разбирать не буду. Все на самом деле четко. Что-то со свежим взглядом посмотрел. Нет, все-таки разбирать не буду. Все как надо. Окей, четко, чечетко. Подожди, это что это у нас? Ага. Это что за... А, это уголь. Подожди, а что у меня? Ага. Ага. А, я бежал в ту сторону, наверное. А, ты что-то с медью делал. Защиту увеличивал. Ты мне вчера говорил, что надо защиту поставить. Да. Еще мы вчера играли. Да, я слушаю. Да, все очень. Я тебя тоже слушаю. А, ладно. Что-то хотел сказать, но уже сразу же и забыл. Паштет с хлебом. Так точно. А, Рауль, ладно. Значит, Рауль. Я вот послушал чуть-чуть. YouTube, так прикольно. Кстати, да, это шедевр, Рауль. Шедевр. Да. Даже шедевр. Ага. Окей, допустим, это угол вот этого. Этот угол вот этого. Этот угол вот этого. Сейчас. Ага. Так, а почему там вот стоит? Понял? Угу. Ага. Ага. Ого. Подожди, тут деревья стоят опять. Они очень вовремя стоят тут. Ух, теперь у меня новая головоломка. Мне надо привести вниз эту серную кислоту или новую сделать. А зачем тебе серная кислота? А синие бутылочки вот эти, которые научные пакеты. Ага, я понял. Будет вот эту серу. Я понял. Как раз двигатель и красная микросхема жрает. Я понял. Тебе надо бутылочки вот эти делать, я понял. Да, иначе мы не развиваемся больше. Да, больше. Химический завод. Так... Я понял. Ага, мне проще привезти трубу, чем мне же приводить целую ленту, все понятно. Так, окей. Так, ага. Что у нас тут? Так, по карте посмотрим, что у нас. Где это у нас? Нет, не вот это. А вот. Где Рауль показывал мне эту штуковину. Вот это вот. Чего? Это я, да, нахожусь? А, медная руда. Ага. Ну, вроде бы окей. Ну, вроде бы, кстати. Ой. Потому что здесь вот так вот. Ну, так.
Так на углу есть, тут тоже есть. Мы можем, конечно, и сюда еще одну впихнуть. Так, теперь сюда. Так. Гуд. Теперь остается только нефть привезти. Ага. Так. Вот наша нефть. Где мои трубы? Я вот не они. Знаю, где твои трубы. Вот они. Здесь мои трубы. Раз и два подключились. Ага. Все запустили. Окей, закрыли. Опа, загрязнение растет. Да, загрязнение растет. Вот ты говорил вчера, что вот, скорее всего, будет оборону надо будет увеличить. Ну, везде ставить уже, то, что сейчас слабая защита. Окей. Так. С медью я разобрался наконец-то, так. Так что это двигатель и микросхема. Так. Так, пешком опять идти надо. Опять к Раулю надо идти. Так это что такое у нас? Так, где наши двигатели? А я не знаю. А вот они, отказ. Тебе не надо. Кстати, Рауль, а ты не хочешь случайно выгружать? А, выгружать чё? Чё-чё-чё? Сейчас посмотрим. То, что привозят. А меди? Нет, не медь, а все, что привозится. В сундуки. Они должны... А, сундуки? А, я понял, ты хочешь, чтобы они выгружались и ехали дальше, я понял, понял. Можно? Не, я в том, вот что... Я не знаю, ты сколько будешь расходовать, это сам, материалов. Ой. Не, ну пока что с поездами все ок. А, ну ладно. Но, возможно, это позже, может быть, надо будет так сделать. А, ты умеешь делать лазерные... эти, лазерные турели? Аккумуляторы давать... Аккумуляторы тебе дам. Идем за мной. И ты везде защиту сделай. Так. Так, опа, она сталь. Моя любимая сталь. Возьми, там это тебе надо будет... Бедные эти пластины и железные пластины. Нет. И тебе не хватает аккумуляторов. Сейчас аккумуляторы, где же видел? Акумы. А вот они. А у тебя что, не производятся акумы? Оп. Производились. Когда разобрали, уже все. О-о-о. Вот тебе аккумуляторы. 100 штук. Тебе должно хватить. Ага. Чтобы хоть где-то пихнуть их. Так. Вокруг стены. Так. Ах, так где это у нас? Пистолет? Почему еще пистолет в кармане? Еще один. Интересно. Пистолет. Так. Вот это. Так. Сюда вот это положим. Так, а это еще делается, кстати. Ой. И серая кислота. Ра-та-та. Ля-та-ля-та. Бля, это что такое у нас? А, модульная броня у меня где-то. Подожди, минуточку. Нет, все по плану. Когда ты выспался, попил кофе, уже по-другому видишь ситуацию, что все на самом деле... Хреново. Просто когда ты... Да, вот когда под вечер думаешь, ой, это ерунда какую-то сделал, какой-то пипец, а потом смотришь, да нет, все отлично. А-а-а, процессор, каркас дрона требуется, ядрит классе, чтобы желтую сделать. Ага, тут рельсы нужны. Пожалуйста, зачем тебе кислота? А, ты, тут голубенькую, да, делаешь? Да. Все подряд делал. Подожди, а как делается вот это, из чего делается? Железная плита плюс медная плита. Ага. Железная плита плюс медная плита. А ну-ка. Так. Где у Рауля железная плита плюс медная плита? Где у паштета тут есть железная и медная плита?
То есть уже улица. Вверху. А... Где печь? Печь. Оно не вместе дойдет. А, оно вместе идет, правильно? Иди. Подожди, я могу, так, Рауль, я тебе помешать чуть-чуть в этом заводе. Ух ты, у тебя тут как красиво строится, Рауль. Понимаешь, Рауль? Я понимаю, что у нас этот самый, как его, демократия тут, вроде бы. Я сейчас тут это самое, 80% нарисую. Ага, демократия, да-да-да, 80% сейчас. Ты хочешь установить диктатуру? Я буду... начинаем факторию спецоперацию. Вот. Не, Рауль, понимаешь, мне сейчас нужно, знаешь, что я хочу сделать? Патроны для дробовика. Сейчас посмотрю, с чего делается. А я тебе говорю, что медь плюс... вот это вот именно. А, пойдем. Вот это вот. Только я сейчас не понимаю, у тебя тут... Понимаешь, у тебя тут... Идем. Это... Я могу, конечно, скрафтить вручную, но... как его сказать-то? Можно, пожалуйста, это... Ай, наверх идти. Вот здесь у меня копится. Вот они. Вот, бегу вокруг. И что? Тебе надо пластина железная, правильно? Я вижу... Вот ящики. Я понял, железо... железо и медь, я понял. Ага, железо и медь. У тебя даже... Здесь сталь ты можешь. Даже у тебя не производится, я понял. А что именно? Ладно. Блин, хреново. Конечно, хреново, Рауль. Да. А дробовик так, это хорошо, кстати. Ну-ка. А, все хорошо. Это что делается? Ой, а дробовик где мой потерялся? Ладно, ладно, придется вручную все крафтить, пофиг. Тогда ладно, я заберу вот это. Так, ладно. Если нужны какие-то материалы, скажи, может быть, у меня есть. Ладно, тогда я буду сам крафтить все это. Вручную. Пофиг тогда. Ой, теперь надо быть красная. Так, значит, так, где это было? Ой. А, это здесь вот находится. Подумаешь, роботы вы с ума сошли. А, 4 штучки я могу скрафтить, кстати. Окей, 4 штуки крафтим. Это на все, что мне хватило. Мне только хватило на 4 штуки. Чего? Стальная балка не хватает? А, сталь. Сталь. Есть здесь наверху. Сейчас сталь, я иду за сталью. Так, минутку стали. Где-то... Опа, 100 штук, забираем. Во, еще 3 штуки могу скрафтить. Окей, чего не хватает опять? Пластины не хватает. Железной. Ща. Железные пластины берем. Угу, сталь. Так, что там еще? Еще одну штуку могу скрафтить. Чего не хватает? Акумов. Акумы. Чего? Акумы вот такие вот. А где они? А это вот это, да? Акумы не хватает. Блин. Так, давай тогда стены производим обратно. Стены привет. Щит. Акумы. Стены. Акума. Там я провел отлично. Тогда еще жить можно. Гранаты надо делать. Красные патроны. Так сделать проще. Ясно, вот. Где это? Сделал на основе программирования. Так. Так, я пошел. Может. Так, сначала мы производим простые патроны. Раз. Потом производим. Красные патроны. Так, где? Склад. Есть такой один. А вот там склад. У нас. И у нас есть. У нас есть. Да, у тебя, я не знаю, что у тебя есть. Так, минутку. Красный патрон. Окей.
Так легче думать. Теперь делаем гранату. Граната. Так это что, аккумуляторы забираем? Аккумы, так Она-то минутку. есть такой. Чего не хватает? Так, стены. Их надо 12 штук. Чего? Пога. Вы делать стены? Серная кислота, медная плита. О, ёб твою! Ну да. Ага, есть такое дело. Блин. Кажется, я не смогу скрафтить больше этих самых. Так. Ага, это пустой конвейерная лента. Чего? Так, стены. Уголь и медь. Так что у нас тут? Ага. Ага. Я понял. Так, значит, где-то штуковину так вот поставим, давайте. О. А вот. Блин. Так, теперь надо сталь привезти. А мы сталь не производим. А. Производим. А. Стальные а, балки. Привезти. А, привезти, а. А, по конвейерную, я думаю. Это у нас все есть. А, ну да, это есть. Все.
Сейчас так. Пойдем у Рауля это самое. Того сделаем. Так, военная граната производит. Так, проводим. Так. Это что у нас? Бетон. Камень. Какой камень? Минуточку. Какой камень? Какой бетон? Ага. Забираем. Все. Украли у Рауля. Так, теперь уголь. Так, побежали. Ай. Да кто тут стенки поставил? Ай. Блин. Да шо ж. Ё-моё. Кто это, как я поставил сюда еще трубы эти? Так, ладно, сломаем. А, труба ведется. Через стенку. Ядрит меня Мадрид. Главное, чтоб сейчас поезд не был бы. Да, вот осторожен. А вот это самое главное. Ё-моё. Самое главное. Не попадись вновь. На поезд. Окей, значит. Так, это сюда. Стенка. Граната производится. Ой, надо вот так вот поставить. И в военной промышленности как-то все заморочено. Вот. Ага, ломаем. Так, сюда ставим где-то. Ой, не это. Вот это ставим. Да. Так. Вот. Так, значит, тут окей. А, чего? Чего нафиг? Не понял я. Ага. Стоп. Чего? Так. Так, сюда поставим еще одну. Обязательно. Что-то вообще не углядел я. Вот так вот. Поставим. Сейчас минут по карте. Угу. Так. Так. Ага. Так. Так. Все, запустить. Теперь так. Делаем желтую. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Тут непонятно, как это стоит. Надо что-то переделать. Так, чтобы делать желтое зелье, нам надо синие микросхемы делать. Да хоть голубые, мне-то. Оп. Если надо, делай. Я что тебе? Да. Конечно, все четко. Да-да, четко. Оп, все. Поставили сюда одну штучку, одну сюда. Угу. Тут у нас все окей. Сейчас двинемся с мертвой точки. Хорошо. Это очень хорошо. Так, где тут зелье? Все, надо сдать. А серы кончились, допустим, обалдеть. Есть. Пошло. Так. 100 years. Так, да. Карта. И наконец-то
Ага, это сюда. Ладно, идем сюда, в другую сторону. Что? А, это вот эта вот база. Нет, на базу я не пойду. Мне нафиг нужно так. Пойду дальше смотреть, что там у нас. А что случилось у меня с медь, этот, с железной пластиной? Сейчас посмотрим. Я не знаю. Почему перестал обеспечивать? Так, идем наверх, наверх, находим причину. Ага. Тут у нас... Что у нас тут? А, ну тут все окей. Ах, ничего себе, все потратилось. Просто расходы пошли, вот так. Да, потратилось, Эдгар. Ой, Эдгар, Рауль, извини. Угу. Тут только надо, знаешь, очень это... Знаешь, надо эту вывеску красную, это самое, на экран эту фактуру вывести и написать «Потрачено». Да-да-да. С очень много... А, стали ты взял, да? А, нет. Сталь? Нападают. Кто? Нет. Где? Кто, где? А, нападают. Опа, не видишь? Ага, нападают. Кто, где нападает? Никто не нападает уже. Они наверху рядом. Посмотри. Да, никто не нападает. Чё ты там? Все хорошо, все под контролем, да, хочешь сказать? Сейчас. Ну, естественно. Хорошо. Увеличиваем тогда производство. Ой, я в том, что я тут двойную стенку везде поставил. И турели поставил по это самого в стенках. Все окей. Все под контролем, да? Да! Рауль, все под контролем! Все идет по плану! Да, да, давай. Я тоже это слышал. Не проверять не надо. Могу дальше в теплом офисе сидеть. Посмотри мне. Ротейшн. Да, в каком в офисе? В бункере. Это офис. Ладно, ладно. Нет, вот такой у меня стиль. Это стиль такой у меня, ты чего? Хороший. А вы все на бункер, бункер. Так я тут... Вот, все, поставил я. О, другое дело. Так, значит, окей, посмотрю, где это, где я. Ага, я тут был. Бля, это что у нас? Камень. Камень. Ага. Я понял, я пошел тогда в камень. Подожди, это что там? Минутку, карта. Ага, они отсюда идут. Все, я понял. А ну да, тут все в порядке, тут это... Опа, а почему тут она в эту сторону стоит сейчас? А ну-ка. А что с тобой не так? Вот так вот поставим, все. Стоять. Так. Вот теперь уже будет нужна красная лента. А где они так? А, ага. Все в порядке. Ага. Чтобы быстрее перемещались.
сейчас. Так, и. Да, и. Много синих. Много синих надо. Что? Надо увеличить производство. Ага, тут три целых стоят этих самых. Сейчас. Где они? Ой! Хе-хе-хей! Как вовремя! О! О! Турели, помогите! Давайте, давайте! Да-да-да-да! Ай-яй-яй! Молодцы, турели! О! Да ладно. А, ложа кислоты. Seriously? Так, а где железка? Как там дело заполняется? Так это что у нас? Ага, это вот это. Ага, это. А что тебе не хватало, я сейчас не понимаю. Стали. У тебя хватает стали? Тут сюда идет сталь, правильно? А, стали хватает, не хватает это, железной пластины. Сейчас посмотрю, что у тебя там. Так, железная пластина, правильно? Где у тебя тут проблемы? В чем? Да нет, вот стоит железная пластина с этой стороны. Здесь стоит железная. А? А, нет, а, руды не хватает сейчас. А! Сейчас. Я... стоит. Я тебе говорю, что надо это сам выгружать. А, все выгружено. В том-то и дело, все пусто. Все расходовано. Надо либо увеличить вагоны еще, либо. Вагоны слишком много будет. А я куда шел? А, я шел туда. Скорость манипуляторов поднять, что ли? И ленту надо увеличить, скорость. Отлично, вот тебе вот новая задача. А, ну да, тут все окей. Да, тут все этих самых. Опа. Чего? Почему? Как слишком далеко. Вот. Ну да, все тут. Тут три турели стоят. На этой стенке. Основной. Блин. Я тебе сюда не подойду-то. Ага. Молодцы, покрошили всех. Где моя труп? Ага. Так, пластмассу можно. Ой, попоставить. Хорошо. Хорош. Аккумуляторы. Сдать пока. Ой, ёб твою. Камеру сдать. Помогите. Меня мочит. Я вижу, ты там веселишься. Медведь колотить! Я проверяю свою обожжену! Я мог... и свой труп не могу подобрать еще, кстати. Жесть. Нас атакуют!
А, да, нас не атакуют больше. Слушай, я тут три этих самых турели поставил. О, здорово. И я думаю... Они очень хорошо прямо. Еще плюс двойная стена. Ну вот с этой стороны они тосят. А, блин, где мой труп? Вот мой труп. Блин, да ё-моё. Отлично, пока много будет. Нас атакуют! Снова? Да. А, это ты специально. Ха-ха-ха! Я сказал, здесь сколько их тут покрошило. Ага, прикинь, если за это бы давали экспириенс. Офигеть. Сколько... Я это самое, я не просто так, я пытаюсь свой этот самый... труп подобрать. Блин. Средний кусака убил. Угу. Так, я хочу посмотреть, что там Рауль изготавливает. Так, это зелененькие. Ага. Это зелененькие. У паштета изготавливается. У Рауля, то есть. Ага. Зеленый плюс. Блин. А тут их надо два? А этих три, да, надо. Ага. Угу. Так, возьму обратно себе красные. Тогда надо сейчас подумать. Это самое. А, военно-исследовательский пакет, подожди. Военно-исследовательский пакет. Да, я их делаю. А, чё он делается, как? А, уголь! А, вот зачем уголь тут нужен. И сталь. Всё дошло, да? И железные пластины. Угу. А, Рауль, ты можешь мне, пожалуйста, помочь? У меня проблема. Да, просто помочь отбить кое-что мой хлам. А, давай. Я думал, что я один смогу. Оказывается, я не смогу. Они просто очень... Ага, у меня пистолет есть. Подойди ко мне. Да я тут, а. Да, вот. Сейчас заправлю. Садись. Ага, поехали. Так будет проще. А да, ты можешь к этому самому подъехать, Рауль. К этому. О, даже сейчас потом выделю от пистолета. Вот так вот, все, теперь можно бороться. Кстати, тут... А, да, вот, видишь, Рауль? Ага, готов. Тут надо это самое. Ой. Блин. Уходи быстро. Есть, отбили. Я вот, да, я умер, но мы не взяли свой хлам. Надо было свой хлам подобрать просто. Подожди, это что это у тебя производится? А, это красный, вот это вот. Да, вот это вот красный не надо ломать. Этого самого. Тут как раз 1, 2, 3, 4, 5 штук. Нормально. Кстати, окей. У тебя. О, тут силы не хватает, даже у меня. Ты что, тоже того? Так, надо сделать тогда проще. Или не дает поставить. Понимаешь, тут они его оттуда приходят все время. Да. Блин. Чё атакуют? Кто? Где? Кто? Где атакует? Где? А, это там. А, это у тебя там атакуют. Блин, не успеваю патроны положить, это обидно.
Ядрит батареи. Сколько тут? Ух ты ж, ёпта. Да, помогай. Ага, с пистолетом. Есть. Все. Чуть хитрее надо вытащить. Чуть-чуть. Так патроны, пожалуй. Ё-моё. Вот так вот. Я что, забрал? А, да, забрал. Ядрит, да чуть-чуть хитрее. Да. Спасибо, кстати. Пожалуйста. Вот. Теперь они точно... как его называется-то? Не будут это самое... Сюда... Ядрит колотить, сколько покро... Как покрошил. Так, подожди, это там, это уголь. С той стороны это, ага, это уголь. Так я на камень шел. И, кстати, то, что я поставил три турели, это вообще четко. А, подожди, М. А где камень? Камень, это здесь камень. Железо. Камень здесь находится, окей. Погнали. Опять это кто-то поставил тут. А, окей, идемте. Так, камень это в той стороне находится. Так кто сюда поставил вот это вот? Маленькие горы поставил сюда. Подожди, у меня не говорит, что у меня нету. Есть. До свидания. В эту сторону. Надо посмотреть, что с этой стороны у нас творится. Ага, с этой стороны у нас не очень-то. Ну, я не знаю, так. Так. Ага. Ладно, сейчас. Значит, поставим еще одну стенку. Тоже в два слоя уже. Ё-моё. Тут тоже в два слоя уже. Так, сейчас мы тут увеличим слой. Так. Сейчас. Вырубим всё вот это вот. Вот, в два слоя. Так, что у нас тут, значит?
Так, тужели у нас тут, тут, тужели, тужели, так. Ага. Ща. Угу. Так, разберем эту стенку. Значит, так. Ага, тут у нас все стоит, камень весь. Так, а что с этой стороны у нас? Ага, с этой стороны вообще нифига. Я понял. Так. Вот. Ой. Ага. Ух ты ж. Так. Вот. Блин. Случайно. Так, а, вот в чем дело. А, подожди, какой? Что я теперь вижу? Да ёбан. Ограничитель надо не стоял, поэтому так и получилось. Ага. Там, где сундуки, где запасы делаю, отложения, их нельзя там полностью, надо красными закрывать, чтобы слишком много не брал, иначе производство не идет. Вот теперь порядок. Вау! Опять сумасшедшие эти поезда. Так, синий, зеленый, есть теперь желтый, да, займемся. А, микросхема синяя. Вспомнил, микросхема синяя. Опа, урон энергетического оружия. Это в каком смысле урон энергетического оружия? Лазеры будут наносить больше урона. А, ой, это хорошо, кстати. Тогда моя... Может, это... да. Тогда моя эта самая штуковина, то, что я поставил там, ух, будет. Ух! Силовая броня. Понял? А, я могу построить еще одну. Где это? Я хочу красиво, как у Рауля. Скорость увеличим. Теперь желтый зовет. Так, синий с синей микросхемой. Из чего делать синюю микросхему? А у нас синих нету? Я не знаю, так. Странно. Давай искать. Это будет... Подожди, а, тут синий? И так уже в два. Ой.
Да тут в этой стороне уже два слоя стоит. Так. Так. Стенку берем. Так, строим сюда вот. Так, тут мы вот. Ага. Так. Хоп. Так, минутку. Я не помню. Прикола. Так. А раз, два. Я вообще не вижу микросхемы. Даже где зеленая, готова. Ты не вкурил? Так, а вот именно курить не надо так. Курение вредит здоровью. Да ты не понял. Как я Эдгару говорю, надо мозг иметь, чтобы понимать. Да, но обычно всегда было, а тут их нет. Что происходит? Я не знаю. Это случайно не ошибка какая-то? Чё? А может быть вот этих может быть есть. Да, все, фух, нашел. Гандон! А только в синих есть. Фу-фу-фу, все, пойдет дело. Ищу, ищу. Так, серая кислота тебе нужна. Ай, Рауль, если бы ты сейчас знал бы. Фух, все есть. Нужна зеленая. Красная. Так. А что там надо было еще? Если ты его знал, как для этого. А, ну да, я понял. Электросхема нужна просто тупо. И сталь нужна. Я понял. И ворот. Поворот, разворот. Сейчас мы украдем у Рауля. Разберем весь конвейерную ленту. Так, чтобы серую кислоту добыть. А, чего? Вот. Ничего не было. Так, пожалуйста, где у Эдгара, у Рауля? Извини, Рауль, так, ну... Так, вспоминаю этого гандона опять, Эдгара. Предательница? Да. Гандон этот. Так. Так, человек, окей. Минутку. Снял кислоту, я еще его делал. Ага. А где у него? Вот же мне. И серы. И серы, вода. Ага, все есть. Теперь головная боль. Ага, сталь. Где мне поизбавить? Сталь. Погнали. Сер есть, вода есть. Зачем? Вода есть, хлеб есть, паштет нету. Эй. Надо вывести. Так. Так, а что делаем вот эти штуки для начала? О, смотри, как он это пошло дело. Ага. Ядрит колотить. А тут не хватает, да, переработки. А, ну о, да. Вот это, думаю, может. Подожди, да, не хватает. Да. Лучше оставим вот это лазер, пускай сильнее станет.
И потом поезд с сильным торможением для тебя. Сильным торможением? В каком смысле сильным торможением? Ну, это сохранит скорость. Ядрит колотить. Если бы такие сумасшедшие тут... А, Паша, где мой труп? А, все нашел. Вот он валяется. А, так. Раз. Не хватает ингредиентов, логично. Окей. Секунду. Так. Все, я разобрал тут пути. Вот так. Теперь он точно не проедет. Этот. Заготавливаем. Вот. Двойные двери поставили сюда. Так. Ага, ну тут я все, кажется. Тут везде стоит. Ой. Двойные прямо. Окей, нет, не везде. Да ну! Он точно не за тебя, то есть не за меня. Мразь, ты за кого поезд? Ты мразь, а? Мразь! За кого ты, мразь? Ну вот же тварь, а? Ебануться. Так. Вот только попробуй, собака. Вот только попробуй сейчас. Я разберу рельсы тут. Все, тварь. Ты не проедешь, мразота. А, я сюда хотел поставить еще вот это. Понял. Алло, я тут. Не, я не тебе. Я не с тобой сейчас. Алло, все работает. Да, работает. Я не тебе говорил это самое. Рекламщики мне звонили. А че так тебя плохо слышно? Или звук потише? Как плохо меня слышно? Я нормально. Не, может, это я что-то накрутил. А, это все, я вижу, почему. Все. Скажи что-нибудь. Паштет! Сойдет. И на. Пожди, а куда мне... Окей, все, я погнал. В другую сторону. Сейчас мы тут разберем. Пожалуй, он не говорит, что типа, как его называется, если пути разобраны, типа, этот самый, как его называется-то? С поездами? Да, типа, не предупреждает? Предупреждает. Насколько я помню, предупреждает. А как на самом деле увидим? Потому что я тут это кое-что делаю.
Будем надеяться, что сработает. Штрафные системы. Какие штрафы? За что? За повышение скорости. Вот именно! Что там делаешь? Это надо поезду за повышение скорости. Оу. Я вижу, да, ты его уран остановил. Сейчас посмотрю. Не едет. А-а-а! Не едет! А-а-а! Едет? Нет, не едет, тут мрази! Нет пути, говорит. Да, тут нет пути, да, я знаю, что тут нет пути. А, я думал, ты про поезд, поезд же на месте. А тебе надо как раз вот эти тараканы напали. Тут твари еще ходят. Сейчас, подожди, я сейчас отремонтирую. Я сейчас буду. Сейчас, Рауль. Сейчас будет путь, пора. Ну скажи, да, иначе без урана это не весело остаться. Да, я сейчас отремонтирую, пора. Хотя 33 бочки, не спеши. Сейчас. Да тут немножко мне надо разобрать это. Сейчас. Эти кредиторы, блин, сбили мне с толку. Так. Так. Слишком далеко. Да почему я не могу посоединить его? Сюда вот. Сейчас. Ух ты, блин. Нужно опять пластину. Пластину надо привезти. А у тебя там это сам. С ураном, надеюсь, у тебя все в порядке пока что. Да, с ураном пока много. А ну ладно. Сейчас посмотрю. Ой, сейчас скажу, наверное. Опа, а с железом что творится? Я не знаю, что железо. А, все, там все хорошо. Сейчас посмотрю количество. Ты не поверишь. Что? Пустой. Уран пустой. Все выгрузил. А нет. А почему не выгружает? Я не знаю, я не трогал уран. Я знаю почему, потому что когда нет пути, он не может поехать, и дверцы не открываются. А ты... я сам запомню. Пока там ремонтируешь. Как? Как? Где логика? Ой, в чем логика? Типа он, как будто он едет по системе. Не, ну он должен, типа, да пофиг на этот самый. Он даже, допустим, приехал, выгрузил. Ой. Ну да, но он типа как едет тебе, нет пути. А, он вопрос, он вообще не должен вообще ехать ко мне.
по идее. Он у тебя, допустим, он приехал. Он уже выгрузится, допустим, это логически, допустим, он приехал к тебе. Не, это понятно, типа он приехал, он стоит на месте, чего не выгрузить, но да. Программа по-другому работает. Типа выгрузить, а если он когда поедет к тебе, уже ко мне, он должен говорить, я не могу доехать, там рейса нету. А он сразу, типа, не видит рейс, он сразу должен чувствовать. В этом плане. Чувствовать. Ну, это не важно, я сам выгрузился. Спасибо, Рауль, это... Так что можешь спокойно. Сейчас я... Да тут чуть-чуть осталось мне уже. Я уже почти шел около урана. Единственное, что нужно будет сделать. Да-да? Проблема с этим, железной с рудой. Нужно еще один поезд сделать или еще один вагончик? Да, вот... Я что, вагонами занимаюсь? Я вагонами не занимаюсь. Я это... Я сам думал, что делать. Хочется добавить еще один вагончик. Ну, вылезет еще один. Или же... Или что? Такое интересное предложение. Ну? Есть еще железная руда где-то поблизости? Есть. Даже есть 8 миллионов, представляешь? О, прикол. У нас где сейчас занято 5 миллионов. Можно вот еще одну линию сделать. Ух ты ж, блин. Это привезти опять. А теперь он видит, надеюсь? Он поехал. Только что на моих глазах поехал. Надо берегись! Вот это задача. Блин, о, приехал! Морозота такая. Стоит он тут, тварь. О, если ты наверху, можешь подправить два манипулятора? А, нет, все в порядке. Просто не успевает доехать. Окей, все работает. Ага, все работает, только я сейчас я дострою кое-что. Я тут это. Работает, но просто несовершенно. Ага. У меня просто другая проблема с пластинами. Мощностей не хватает. Все съедается. Сейчас. Так, я отвлекся. А, я тебя понял, почему я отвлекся. Я начал аккуратно, Рауль! Пластины. Да? Будь аккуратен. Я тебе говорю, что будь аккуратен. Да-да-да. А, да, я... Короче, сейчас это самое едет в ту сторону поезд сумасшедший этот. С ураном. Да-да, я внизу. А где этот микрозаводик? Раз отступили, раз загружает. Чего? Нахер? Бля, почему у тебя так тут так построено, непонятно. Окей. Ладно. Сейчас посмотрю. Я тут случайно что-то снес, но... пока я строю стенку. Это можешь увеличить стенку. Не, просто у тебя тут это... Толщину. Да.
Ну-ка, ну, перед этим надо стенку надо снести немножко. Мне не нравится, как Рауль тут построил. Боже, а почему ничего не пока красным показывается? Заряжается. А, чего? А, все работает, тьфу ты. Подожди. А, ну да, все окей. Ага, уран добывается у тебя тут. Так, значит, оп. Так, где у тебя турели? Ага, для турели не хватает аккумов не хватает мне. Блин. У Рауля, конечно, аккумы не производятся. Пока нет. Блин. Вот. Ну я... Это все, чем я мог помочь в данный момент. Карта. Здесь тут есть. А, может быть, перетащить эту самую вот сюда вот на угол? Надеюсь, поезд сейчас не поедет? Не? Окей, спасибо. Этот поезд, это на твоя фобия будет новая. Блин. Морозотный поезд. Так, а ну-ка. Ёб твою, какой слишком далеко. Как я пройти туда? Ладно. Потом поставлю обратно. Сейчас. Ой. Где тут аккумы? Вот они. Сейчас. Вот, все. Поставил. Так, пожалуйста, что с этой стороны у нас? А, ну с этой стороны никак не... Это самое, не засоряется. Так, ух ты, с этой стороны оно пойдет больше всего. Вот с этой стороны. А ну-ка, держи. Едрит колотить. Да, вот с этой стороны прямо. Ага, вот с этой стороны больше всего пойдет. Вот с этой стороны. А ну-ка, я могу тут. Сейчас. Так. Так. Фигурное рисование.
как вот такие дела. Так, это, кстати, неплохо справились. Надеюсь, Рауль это не, сама не будет смотреть в сторону Урана. Так, Уран. Это я понял. Это делаешь такую же тактику, как я изначально. Нет, это... А теперь уже посмотрю кое-что другое. У меня там фигурное рисование стенами. Видели? Художник. А, кстати, они могут топать на стенки те. Как по-извращенски. Ядрит, кстати, тогда... Ядрит, кстати, фу. Мразь мимо проехала. Ага, сейчас он будет загружаться этот сам этим. Так, хорошо. Мы что делаем? Желтое, да? Ага, теперь каркас дрона. Когда надо, поезда нету. Не говори. Когда не надо, он сейчас проедет он. Морозота такая. Боже, что у тебя тут за колбаса непонятная построена? Так это чтобы не тратить ресурсы впустую. Ага. Затормозим. Так, теперь надо подумать. Ага. Каркас. А, ну конечно, проехал он тут. Тварь. Нужен... Ой, а сколько, кстати, электричество сжирает. Это уже много. Боже, так, я хочу посмотреть, где это, что это у нас? Ну, еще даже до половины не дошло. Это хорошо. Это уголь. Карта? Уголь. А железо где у тебя тут? Камень. Ага, железо тут. Ага, погнали. Посмотрим, что там. Блин, это что за фигня из-под коня? А-а-а! Не говорю, что я машину нашел. Не... Да ладно, я машину нашел. Так, как за тропа такого? Так, как за тропа, надо аккумулятор теперь делать. Не догоните меня. Ай, блин, да... Морозота. Морозота. Твари. Давайте, давайте, едьте за мной, конечно. Давайте, давайте, едьте ко мне поближе сюда. Давайте, давайте, едьте сюда, ага. Давайте. Молодцы. Молодцы, да-да-да. Угу. Прямо на турели поехали они. Молодцы. Тут я вот это вот сделаю, кстати. Оп, заново поставлю стенку. Кстати, посмотрю, что там у нас за проблемы. Да ёпт.
Какая-то магия. Сидя в машине, я вырубаю деревья. А, я, кстати, случайно стенку снес, кусок стены. Так, вернем стенку. Давай посмотрим, что у нас тут. А, тут все в порядке. Рауль. Тут все окей. А, железом с рудой все окей, Рауль. Да-да-да. Просто задумался. Подожди, а если я буду тупо просто, знаешь, что делать? А если я сломаю тут конвейерную ленту? Подожди, где это руки были? Руки-крюки, подожди, где-то быстро. Длинный манипулятор. Какой манипулятор? Финсиус манипулятор. Рецепт чего? Минутку, чего? Быстрый манипулятор. Вот это вот поставим, два, две штуки. Скрафти мне, пожалуйста. Значит, ротейшн. Это энергии. Во! Блин, это что, камень? Так, камушек я могу ему загрузить-то. Так, быстрый манипулятор, правильно? Быстрый манипулятор, я могу ему поставить еще одну. Это штуковина. Во! Сейчас. А, правильно? Конвейерные ленты, быстрые конвейерные ленты. Во! Камеон довольно быстро загружает. Так, раз. Ну. Потом. А почему я так медленно изготавливаю, а... Ядрит классный скульптор. Да, у тебя очень надо много камня, кстати. Пока нет, пока спокойно. Ага. Я тут кое-что думал. Так. Ой. Thank you.
А? Бля! В лобовую! Твари! Вот же морозота. Да ё-моё, тут стоит просто полный этот самый, как его называется, этот. Блять, какой у нас был? Модульный. Чё, какой модульный? Блять, чё это за... Чё за фигня, а? Ладно, я сейчас разберу эту фигню, это какая-то вообще дерьмо. Вот, сейчас подождем, пока поезд приедет опять. Подожди, где поезд? Где этот поезд, тварь это? Ага, вот приехала. Кто это? Камень. А, сейчас камушек приехал только. Ага, он камушек выгружает в данный момент. Сейчас посмотрим, что там паштет делает. Блин, тут не прогружено. Ни хрена не видно. Ага. Я тут, по-моему, разработаю другой метод. Абсолютно. Если это сработает. Абсолюшен, так. Как я думал. Блин, где это? А он выгружает? Ваш эксперимент 66 называется. Ага. Включаю. Так, железку оно выгружает сейчас. У меня просто мысль. Сейчас посмотрим, сработает ли этот план. Чё, мода эффективность в очередь? В очереди. Ага. Хорошо, теперь ставим. Да, и пытаемся. Поставим. Вот. Ее дрит колотить. Какая штуковина опасная. Это. Ой, вот это прикольная вот это вещь, кстати. А, не ракетная шахта. Ее дрит колотить. Вот это вот надо строить. Только тут надо. У нас желтого нету. Правильно? Хорошо, Айсти. Вот так вот сделаем. Пожалуйста, а у нас есть военно-исследовательский пакет? Да, есть. Окей. Замечательно. Думаю, даже скопилось. Так, эксперимент еще раз. То есть. Ага. Так, ладно, я постою, подожду. Все, я понял. Карта. А, я все понял. Хорошо, что ты понял. Подожди, модульный пункт, рецепт 2. Эту систему убираем нафиг. Топливо для огнемета. Огнемет. Силовая броня. Ух ты ж. Огнеметный турель. Круто, кстати, радар. Надо один скрафтить. Даже два можно скрафтить.
Сейчас подождем, пока. Во, приехал гондон. Здравствуйте. Ломаем все вот это вот. Значит, сейчас поставим. Ротейшн, блин. Ротейшн, значит. Раз, два. Раз, два. Раз. Еще одну надо поставить. Где? Вот. Так. Сейчас. Во! Вот другое дело. Сейчас будет быстрая загрузка. Ага. Во, идет. Ага. А теперь больше не идет. Потому что тут нет вот этого вот, да? А, электрический бур, пожалуй, да? Так, минутку, это что? Электрический бур, где он? Электрический бур, это что? Грузовой вагон, зачем? Электрический бур, где он? Да ё-моё, столько предметов стало, я вообще. Транспортерный дрон даже есть у меня тут. Ух ты, прикол. Подожди, где все буры были? Вот тут, да? Минутку, электрический бур. Машины. Да я не вижу в упор даже, где он. А, вот здесь он даже. О, как раз. Две штуки, сейчас скрафчу. Давай увеличу, может быть сюда вот еще вместится, кстати. Ой, как он пошло. Ой, как он быстро загружает, Рауль. Я тут поставил раз, два, три, четыре, пять, шесть палок. Ой, не палок, а этих самых, как его, рук поставил. А, вижу, да. Это хорошо. И это хорошо. Замечать. Блин. Твои эти дурацкие эти самые. Вот зачем ты поставил на руду? Дурачок. Нахер ты на руду поставил, Рауль? Ёбаный этот самый паштет. Поставил на рудон. Просто экономим место, чтобы не расширять зону загрязнения. То есть я не смог сделать его еще больше. Да то... какое загрязнение, ёб твою паштетина, а? Сейчас. Рауль обиделся. Отца, слушай, пока играй, я сейчас приду. Да-да, хорошо. Давай. Я пока отключу звук. Давай, хорошо, иди. Давай. Я, кстати, немножко разобрал базу, так что не удивляйся. Ага, пока хорошо. Пока продолжай. Давай, ага. Вот. Все, отличненько. Во! Потому что паштет все время ругается. То есть не ругается, это самое. Типа, молота самое не хватает этого самого, как его называется-то?
железо ему. Теперь я все выскажу. Паштет выключился, теперь я все выскажу, что я думаю о паштете. Подожди, а что ты покажете? Минутку. Подожди. Подожди, я хочу посмотреть, что там с железом, кстати. А-а-а! Боже. Ага, чего? Чего нахрен? Подожди, а чё нахер? А чё нахер происходит сейчас? Я не понял. Подожди, а чё, руды хватает теперь? Что ли? Подожди, уголь. Медь. Нефть. Уран. Медь опять. Медь опять. Уран. Какой уран мне? Уголь. Камень. Железка. Вот. А, можно, пожалуйста. А, я не смогу отправить его. Я понял. Да я хочу посмотреть, что там внутри творится. Я не могу посмотреть, что там внутри. А, насколько он там заполненный. Ладно. Ладно, хрен с тобой. Так. Но тут у меня все равно стоит этот самый, как его называется-то. Вот это вот. Я еще три поставил бурки, чтобы это... Минутку. Бурки-то бурки, правильно? Ага. Подожди, это самое. Сейчас я посмотрю. Ага, не хватает. Я понял, что не хватает, окей. Ладно. А, надеюсь, сейчас поезд сюда не поедет. А, чего написал он? А, я понял. Поехали. Вот, приехали. Так, заодно посмотрим, что там с железом у нас. Ага. Железом, да хрена железо-то. Настолько желез до хрена, что до хренище просто железка. А, давай я его разберу это. К херам это. Сейчас я... Минутку. Я даже знаю, что я сделаю, кстати. Пакет манипуляторов. Какой пакет нафиг манипуляторов? Ща. Где-то. Электросхемы не хватает. Ёптаю. Где у паштета тут электросхемы? Да ёпту, кто это сам поставил? Где электросхемы, электросхемы? Бля. Где у паштета электросхемы производятся? У этого паштетины. Подожди, чего железная плита не хватает? Подожди, а я вручную ведь могу скрафтить? Медный кабель не хватает. То одно, то второе. Сейчас. Погнали. Так.
Так, значит, мне нужны манипуляторы, то есть руки мне нужны. Мне нужны руки, прыгай. Мне нужна... манипулятор, быстрый манипулятор. Вот, две штучки. Значит, быстрый манипулятор, во-первых. Подожди, где машина? Тьфу, не машина, а этот самый, как его. Да, вот это. Ой, не то. Значит, он отсюда будет выгружаться. И чё? Я не понял. Я не понял, почему он не работает. Ой, не в ту сторону, да? Сейчас. Вот. Он выгружает все сюда, вот. А давай я ему помогу, кстати, вручную его выгружу. А то он задумался слишком долго. Сейчас. Вот, теперь у нас есть большой запас есть. Теперь есть большой запас железной руды здесь. А, да, кстати, сейчас я решу проблему с пластинами. Сейчас, минутку. Я посмотрю, где эта пластина у паштета производится. Минутку. Так, паштет. Минутку, пластины. А... Чего? Чего нахер? Нет ингредиентов. А, он про вот это вот, да? А, окей. Ладно. Ладно, так это фигня, сломаем. Кстати, радар поставим еще один. Сейчас. А то ни хрена не видно. С этой стороны. Так, где радар? Сейчас покажете, посмотрим, минутку. Я могу увеличить? Во, я теперь вижу эту сторону. Производство. Теперь я вот это не вижу. Подожди, что на нас атакует? Кто атакует? Где? Кто атакует? Кто где атакует? Не? Пожалуйста, а покажите, минутку, покажите посмотреть. Я что не вижу? Минутку. А, это я вижу. А, эту часть я тоже вижу. Ага. Теперь я вот эту часть не вижу, ни хрена. Что за прикол?
Сейчас я посмотрю, кстати, что тут творится у нас. Да ёб твою! Где это? Так. Бежим по сокращенке. Так, минутку. Давай, быстрее. Пешком. Так, вот это кросс я устроил тут. Где? Где наш поезд? Во, загрузил. Я в конвейерные ленты могу загрузить обратно. Ебануться. Так, надеюсь, будет хватать железа сейчас у нас. Потому что он тут... Ей, сколько он тут много. Тут полный конвейер ему. Ну, теперь точно железа ему хватит. Поэтому паштетины.
А ну-ка, что тут у нас? А, по железу. Едрит колотить. Сколько железа тут. Ух ты ж, ёптую. Много. Чего? Это куда идет-то? Ага, это сюда идет. А это куда идет? Сюда. Ага. Это медные пластины. Боже, а что с медью сейчас не то? Медные пластины. Это что? Ага, я понял. Железом у нас. Я понял, боже, а что с медью тогда? Не так. Чего? Стоит он тут. Ни хрена не делает он. Так, значит. Давайте я стенки положу на место, кстати. Так, стенки на место. Так, так, дерево выгрузим сюда. Это что у нас? Камень. Сюда. Пожалуй, у него тут нету медного этого самого ничего тут. А, чего? Во! Акумы, наконец-то. Спасибо тебе, паштет. Акумы, наконец-то я смогу сделать что-то, не? Не смогу сделать. Ага, медная пластина требуется. Ёб твою. Медная пластина ему. Я хочу покажу, посмотреть, где тут медь ближайшая есть еще. Так, тут медь есть только. Урал, железо, медь. Блин. Ага. Мне бы найти бы какую-нибудь местность бы. Чё? Сырая нефть. Уголь. Уран. Сейчас. Где это? Процессор, электродвигатель. Бля, что тут делается у нас? Ага. Бля, где исследовательский центр этот? А где-то вот штуковина. А, вот они. Так, у нас три ингредиента. Не хватает вот этого, не хватает. А вот это вот изготавливается из чего? Вот это. Из стены? А, блин, я только что стенку выложил.
где стена? Так, стена, подожди, где? А вот она, стенка. Так, вот это надо изготовить. Сейчас. Чего не хватает? Гранат не хватает. Ой, блин. Опа. Нашлось. Сейчас. Вручную закинем. Подожди, а у него что, гранаты не изготавливаются у паштета? Подожди, а гранаты из чего делаются? Уголь плюс железопластина? Ой, это вообще легко, кстати. Сейчас закинем, оп. А, где-то. Вот. Ой, хорошо. Изготавливается. Так, пускай изготавливается дальше. Лет. Так это что это у нас тут идет? А, это красная фигня, да? Ага. Так это патроны идут. Так мы можем сюда вот закинуть, кстати. Вот это. Что у нас по исследованию, пора. Ага, тут все военное требуется везде. Пожалуйста, а где ты не требуются военные? Вот. Ага. Ну, так вот, поставим пока что. Потому что... Пока там он в АФК стоит, этот Рауль, я успею это самое, как его сделать. Доделать вот это вот я успею, надеюсь. Пускай он это самое делает, эту штуковину. Там что надо было? Уголь плюс железная пластина, да?
сейчас. Вроде на складе ведь есть уголь. Ведь там было до хрена у нас угля было. Просто до хренища угля. Ой, сколько угля тут. Тут просто до хренища угля. Железная пластина. Чего? Чего нахрен? Сейчас. Погнали. Сейчас. Кстати, одну штучку скрафчу я. Так. Где это? Вот это вот надо. Так, 90%. Так, чего не хватает? А, я понял, чего не хватает. Ща. Закидываем. Нифига себе, как он жрет много. Так, погнали.
Лём? Да-да, паштет. Да-да, паштет. О, слава. Короче, у меня планы поменялись насчёт завода. Я сейчас объясню. Давай-давай, объясняй, так, минутку. Вот за мной иди, почему я решил передумать. Ща я передумать, пожалуйста. Я сейчас этот сам поставил, как его ночное зрение, я все поставил. И... Рауль, я тут вручную начал кое-что крафтить. Это сам скрафтил этот самый... Так, это что такое? Опа, оборудование игнорирующее... О, вот это хорошая штуковина, тоже поставлю обязательно. Сейчас, Рауль, пожалуйста. Я поставлю себе вот это вот. Солнечные панели, если поставлю. Еще одну на солнечную панель поставить. Во, больше солнечных панелей. Замечательно, я теперь уже... О, погнали. Я иду, Рауль, если что. Где ты, Рауль? Угу. Я иду. Я наверху. Я вижу. Да-да, вот. Да, я вижу. Ага, я тут. Вот, позвони, сейчас объясню, что да. Случилось. Ну-ну. Да, ты сам догадаешься. Нет. Я тупой. Так, минутку. Да, я тут. Что? Я не вижу. Видишь, какая путаница? А, да. Как лента сделана. Вот это мне не нравится, да, как бы. И я хотел там сам усилить, вот микросхемы начал делать. Для того, чтобы делать эти желтые. Потом надо было делать еще... Ага, да. Сейчас поставлю, ты вот аккумуляторы. Вот посмотри с аккумуляторами. Аккумы, да. Аккумы, где у нас аккумы? Это что? А, это не личный аккумулятор нужен. Да, вот так. Не, не личный, а другой. Там что требуется еще? Сейчас, а где же аккумуляторы? Что-то... Там нужна... А, вспомнил. Там нужна... Химия, да-да-да. Химзавод. Вот что еще требуется. Аккумулятор. Опять это... Серна. Кислоту. Да, сера. Ладно, вот здесь делать можно, хорошо. Здесь можно как-то отпутать. Смотрим дальше. Должна... А? А, нет, сейчас, да, хорошо, сейчас. Не, сейчас закончим. Пожалуйста. Ну, я просто сейчас, не, сейчас играть не буду. Ты еще поиграем, просто... Да, хорошо. Если что, то... Если ты хочешь повторить, то можешь сейф перекинуть, это уже... Играть просто с волоком. Я знаю. Ты из чего говоришь? Да. А, так, смотри, вот теперь вот этот. Каркас дрона, посмотри. Каркас дрона, каркас вижу. Тут уже аккумы тоже. Смотри, что еще. Аккумы и плюс электродвигатель. Опа, электродвигатель. Электросхема. И еще электродвигатель. Смотри дальше, электродвигатель. Ставим. Смотри, электродвигатель тебе, посмотри. Манипулятор, правильно, я не то сделал. Быстрый манипулятор. Чего не хватает? Электросхемы не хватает. Электросхемы не хватает. Сейчас. Сейчас. Пожалуйста. Да, вот теперь на электродвигатель ничего не думай. Если ты поймешь, почему надо опять переделать. И на электродвигатель сейчас. Посмотри. Да, смотрю. Блин! Смазочная. Пожалуйста, а смазочная как делается? Смазочная. Теперь делаем дальше. Химзавод опять. Да ёб твою! Опять химзавод надо. И опять. Мазут. Чтобы сделать вот это оранжевое мазут, надо опять хим. Смотри, ставим опять хим. Да ё-моё, там надо просто, там надо много хим поставить надо. Вода плюс мазут. Да. И типа смотри. Всё у меня уже запутано, мне уже тупо не хватит. Сейчас. Я придумал другой план. Да? Давай. Потому что это всё... Что чуть разобрать опять до самого верха и сделать так, чтобы вот, допустим, хотим сделать зеленое зелье.
Мы строим линию для него, все необходимое. Что не хватает? Электросхемы не хватает. Зеленой электросхемы не хватает теперь. Это 20 минут еще поиграем, и тогда сохранимся, и потом в следующий раз продолжим. Ага, хорошо. Зеленая электросхема, правильно? Да хрен у тебя знает, где у тебя зеленая... Ага, вот зеленая электросхема. Чего тут не хватает? Да и опять железные пластины. Да ёб твою! Вот-вот. Рауль! Паштет! Я сейчас буду ругаться на тебя очень сильно. Посмотри... А, Рауль, кстати, идем ко мне. Слушай, я тебя все время вел, теперь иди ко мне. Идем, сейчас я тебе покажу. Сейчас, ой, где я? Да ё-моё, труба, сейчас я тебе покажу кое-что. Идем к этому железу. Посмотри. Что это такое? Уже полное. Посмотри, здесь. Что это такое? Видишь, я как это самое, я сюда поставил этот самый маленький склад. Это, кстати, хорошая идея. Теперь он будет очень просто много. А, железная руда. Теперь железной руды очень будет много. Ядрит колотить. Опять разбираем. А, короче, ладно. Потому что очень. Ну, ты сегодня не зря, потому что ты улучшил то. Защиту ты улучшил то. Камень это. Бля, почему в эту сторону едет? О, кстати, да. А, кстати, да, я тут еще поставил то, что... Можно... А, что тут надо? А, это вот это изготавливается. МК-2. Неплохо, кстати. А я тебе не буду кататься ведь по ленте, правильно? Да, я тебе не катаюсь по ленте. А, эту субботу я работаю, воскресенье продолжу. Давай, давай. Продолжай. И я вот думал, как бы, если можно было бы к тебе это сохранение перекинуть, чтобы ты мог чуть-чуть разобрать, и потом ко мне сохранение перекинуть, чтобы мог сервер запустить, понимаешь? Не, я ничего не буду разбирать, спасибо, не-не-не. Да, тогда сам. Я не в этом, я не в том, что это сам лентяй. Я в том, что... Не-не-не, а то я тут еще что-нибудь, это самое не то я разберу. А все равно все придется. В любом случае, вот это что я настроил, эта схема не сработала. Так, ага, это вот это изготовление. Может быть, сработало бы, но тогда бы надо базу расширять еще больше, вот до самого границы карты. Лишний аккумулятор. Ага, да, он долго будет крафтить. Так, минутку, что там еще там есть по этому самому? Так, сейчас посмотрим, минутку. Может быть, я еще... Вечером-то поразбираю. Давай. Может быть, если... Да, я понял. Если освободится аккаунт. Да, я понял. И может быть, тебе еще позову там на 10 минут поиграть. Ага. Так, тут желтое требуется, тут требуется уже военное. Ага, кусок гранаты требуется, понятно. А гранаты делаются еще... Это сам сейчас посмотрю, минутку. Ракетное топливо. О, да. Ракетное топливо, кстати, я выучил. Так, сейчас я посмотрю. 58% чего именно? 58%. А, опа, ночное зрение включилось у меня. Красава. А сколько мы с тобой играем уж? Сейчас поменьше получится. А, ну да, сейчас поменьше получится. 2.18. Ну что вчера? Да, 2.18 сейчас. Так, я жду, это самое, я жду личный аккумулятор, МК-2.
Пожалуйста, а из чего он будет крафтиться, кстати, интересно? Блин, а как лицо посмотреть-то? Ладно. Угу. Ядрит колотить, как быстро садится. Батарея. Офигеть. Так, пожалуйста. Сколько чуть-чуть успел разобрать? Ладно, тогда сохраняюсь. Серовая броня. Модульная броня. Силовая. Сохраняюсь. Процессоры. Тогда я выключаю. Это электродвигатель еще требуется. Офигеть. А, вот. Тут требуется это. 100 этих, 50 вот этих. Еее. 15 этих, этих. Ага. Ладно, давай тогда, хорошо. Окей. Все, так, сохраняюсь. Давай. И в воскресенье продолжим. Ага, хорошо, давай тогда, пока. Давай, пока.